привет! И мы будем проходить IQ-тест. Итак, заходим вот в это приложение. Я его кручу. Вот. Вот в это. Заходим. Запуск. Мой возраст сейчас найдем. Вот так вот. Так, поехали. Всего лишь что 20 минут максимум, но это где-то минут 15 у меня займет. Ну тут все легко. Буду вот так вот. Чтобы вам было видно, какие я ответы. Так, вот это. Да, вот это. Вот это. Вот это. Вы думаете, так здесь же легко? На самом деле нет. Здесь не очень-то и легко. Потому что я вот, например, максимум 130. Но я считаю, то, что это не очень много. Многие сейчас здесь ошибаются. Они думают, то, что какую-то другую. На самом деле вот это вот. Вот это вот, если вы не знаете. Может и знаете, я не знаю. Так, дальше. Здесь, конечно же, вот это вот. О, здесь же легко, вот. Но не точно не вот это, вы же понимаете. А вот это вот. Здесь вот многие думают, то, что вот это вот. На самом деле они ошибаются очень сильно. Да, вот черные должны быть жирными, а белые тонкими. То есть должно быть вот это вот. Вот это вот правильно. А вот это вот нет. Это многие могут ошибиться и выбрать. Что? А в чем? Здесь разница. 5, 6, 7. Многие могут сказать то, что это, но на самом деле не это. Видите черненькие углы? Значит, это точно вот это вот. Вот это вот, запоминайте. Так, далее. Ну, тут здесь под стандарту. Вот это вот. Она такая же. Это то же самое. Не вот это вот, а вот это вот. Очень они смущают. Вот никто не думает, что он подумает. Джиг-джиг. Вот это вот. Так, едем дальше. Не знаю, как мы едем, но, наверное, все-таки едем. Вот это вот. Это. Вот это. Задание с каждым разом все сложнее и сложнее. Но здесь просто черный квадрат. Картина. Черный квадрат. Это фигня. Но здесь очень даже легко. Я не знаю, кто знает лучше меня IQ-тест. Пишите в комментариях. Я оставлю комменты. Я не часто оставляю комментарии. Потому что они у меня то включены, то не включены. Я не знаю, как такое выходит. Так, 1, 2, 3. И вот это. Вот кто-то выбирает это, но как? Конечно же, вот это. Больше ничего. Вот здесь вот я не понимаю. Я здесь долго думаю, какое же, по-любому должно быть, это может. Ну, мне кажется, вот этого точно не может быть, значит это. Жалко, здесь нельзя проверить, правильные ли ответы. Ну, здесь легко. Одна линия, вот видите. Вот, в третьем ряду вторая линия, значит, 3 на 3. Вот это вот. Чтобы я вам объяснила. Ну, здесь цветочек. Дальше здесь точечка. Здесь кубик вот такой вот.
И вот здесь вот я тоже думаю. Как вы думаете, что это? Ну, у нас уже идет 5 минут. Вот, чтобы вы видели, 5 минут идет. Ну, и не знаю, что здесь можно. Я догадалась, мне кажется. Мне кажется, это не подходит. Мне, если честно, мне кажется, так это не может. А это тоже не может. Может, это... А может... Не знаю, это плюс это равно вот это. Плюс это равно вот это. Короче, мне кажется, не знаю, вот это вот. Запоминайте, но я не знаю. Так что если как вы по-другому думаете, делайте так. Но это стандарт. Вот. Если что, вы здесь вот видите, где я махаю камерой, там вот вы можете видеть. Где я махаю этим кружочком, вот там вот вы видите. Видите, далеко, ближе и еще ближе. Значит, вот ходит этот. Так, сюда. 11 у нас почему-то. Что это означает? Не знаю. Мне кажется, то, что это... Вот это вот. Загадочно, да? Что? Вот, глядите, я вам показываю. 4, 4, 4, 3, 3, 5, 5, 6, 2. Что? Здесь тоже должна быть четверка. Стоп. Здесь убавляется с первого ряда. Здесь прибавляется с первого ряда. Значит, здесь убавляются. Если вот так вот, то убавляется, значит, не бойся. Вот это вот, наверное. Окей, пойдемте дальше. Я уже очень много теряю. 7 минут. Ах. Так, раз, два, раз, два, раз. Два. Ноль, ноль, один, один. Значит, должна быть. Сейчас покажу, где это. С двумя. То есть, или это, или это. Ну вот и все, надо подумать. С двумя это разгадано. Стоп. Вот это вот. Вот это вот. Видите? Я не могу так держать, но вот здесь вот видно. Вот, показываю, здесь контур. Значит, это. Вот, идем дальше. Мне не очень удобно, потому что я лежу на кровати. Так, ну здесь вот стандарт. Можно вот так вот, а можно по линиям. Это изи. Вы не знаете, что будет еще в конце. Конечно, там еще показывают результат. Это. Квадрат с плюсом. Это. О, значит, должно быть с вот такой вот фиголенькой. Или это, или это. Стоп, или это. Пока что плюс, точка, цветок, плюс. Точка, плюс. Цветок, значит, должен. Кругляшки.
здесь плюс в круге. Я вычислил, потому что плюсов всего лишь-то 2, а всех остальных по 3. Итак, следующее. Ага, здесь меняется, значит, должно быть зарисован куб. Окей, вот этот вот. Это. Кажется, так. Блин, уже 10 минут, а мы сидим вот сколько. Да, главное там не отпустить. Так это же легко. Плюс равно что ли это? Ну как бы да. Может, а да, я не знаю. Ох, вот это начинаются жесткие задания. Я не буду тратить ваше время. Я поставлю на паузу и подумаю. Я подумала и сказала, что это кружок в этой фигне. Потому что это единственных 2 кружка. И так дальше ставим. А, я и так знаю. Это вот эта вот фигня. Дальше идем. Здесь надо подумать. Я отключаюсь. Мне кажется, что эти 3 линии, но не факт. Думайте сами. Я не знаю точно. Мне кажется, что может это... Может это, я не знаю. Ставьте опыты. Стоп. Это же это. Сложите вот этот вот рисунок и этот. И вы поймете мой ответ. Так. Раз, два. Я понял. Вот этот вот. Я это знаю, я понял, я просто все соединил. Ну, здесь вот я не помню точно. Там еще будет Z. Сейчас. Итак, этот, видите, я следующий. Блин, уже 7 минут. Мне кажется, это дальше. Ну, 7 минут на 7 заданий много. То же самое по-вашему. Окей. А, так это же легко. Вот это вот, видите? Я уже устаю так, как вы понимаете. 13 минут и 6 секунд. Это много. Так. Но уходит плюс-минусом. Это как-то... А почему такого ответа нету? Мне кажется... Нет, это не может быть. Её отстраняем. Это... А где... Это фигня. Что за... Я не понимаю. Окей, я ставлю. Вот это вот. Кто знает ответ, можете написать номер 54, такой-то, такой-то. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой. У меня шестой, если чё. Я на паузе, мне надо кое-что нарисовать. Мне кажется, это... Вы думаете, почему так быстро? У меня всего лишь 5 минут, а вот время всего лишь 14 минут 26 секунд. Просто я понимаю, что так... я плохо это... Я не должен думать над этим так тупо. Стоп. Я помню или это, или это. Я давно решал, и вот здесь вот жестко. Я думаю.
Так, я на паузу. Итак, я очень тороплюсь. Мне кажется, вот это стоп. Мне кажется, это все дальше. То я не успею, так надо подумать. Здесь уменьшается. Что-то добавляется. Мне кажется, вот это, почему бы и нет. Я даже не знаю, и наугад. И чё? О, вот задача Z. Ну что вот за эта вот фигня? Конечно же, не она. Да, вот это вот. И последнее. Все это. Итак, 127 IQ. Верных ответов 42. Итак, у меня... Уровень высокий интеллект. Ну и все, всем пока-пока. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. С вами был Святослав. Всем пока-пока. Так, выключай.